Привет, дорогие подписчики, зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем играть в FIFA 13, и у нас матч за сборную Новой Зеландии. Посмотрим, играем против Индии. Выход на поле, так, разминка. Ну что, начинаем. Так, ладно. С тренировками проехали. Начинаем игру. Пока что не можем даже зацепиться за мяч, но вот что-то уже. Что-то уже начинает появляться, и вот. Пас на ход. Можно подавать? Нет, угловой. Удар головой, но вратарь на месте. Вратарь скидывает мяч рукой. Защитники разыгрывают и допускают ошибку. Удар, но очень неточно. Простите, друзья, но игроков особо из Новой Зеландии я не знаю. И могу просто ошибаться в их фамилиях, произносить как-то неправильно. Но сейчас посмотрим. Может быть, кого-то знакомого все-таки я увижу для себя. Вот какой-то Смит. Делает хороший диагональный пас. Удар. Еще удар. Но все блокирует. Все блокирует, и сборная Индии вновь перехватывает этот мяч. В подкате Нельсон. Неточный пас. Опять пробежал. Пас, ну, под удар, удар, но защита справляется. И бежит в собственную атаку. Пас. На ход штрафную и... А, вот это может быть опасно. Хорошо в стеночку. Ну, можно пробить удар. И забивает. Ховели... Ховельс... Ховельсон, наверное. Или Хавиэльсон. Но забил. Молодец. Пока что руководство, надеюсь, мы не подводим. Главное еще и не пропустить. Ну вот, еще один перехват. Эх, не точно. Очень не... могла быть опасная атака, но не получилось. Ах, и тут отняли. И вот очередной хороший пас. Можно скатывать в центр под удар, удар, гол. Отлично. Роджерс.
забивает и 2-0. Это уже более лучший счет. Эх, упустили мяч. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотел закинуть сразу в штрафную туда, на набегавшего нападающего, но не вышло. Вратарь далеко выбивает мяч. Забегание по флангу. Подача. Вратарь играет кулаками. Удар по воротам, и теперь мяч у вратаря в руках. Был небольшой толчок. Поскольку мы мяч перехватили, судья решил свистнуть. Сейчас, я думаю, будет свисток на перерыв. Удар с лету, но наш вратарь Мосс на месте. Скидывает рукой. Еще одно было забегание. Ну вот и перерыв. Можно сказать, остановились в центре поля. Начинаем второй тайм. Теперь разводим мы. Атака левым флангом. Хороший пас. Можно скатить в центр. Не получилось. Защитник выбивал мяч в центр. Но тут мы вступили в борьбу. Но сейчас с мячом опять сборная Индии. И вот хороший перехват. А тут не удалось. Не удалось прокинуть мяч на ход. Можно пробить, удар, накрывают. И там с левого фланга все были закрыты. Смелс набирает скорость, но далековато отпускает мяч. И все же зарабатывает аут. Давайте сделаем замену. Видно, что игроки уже подустали. Итак, посмотрим. 66. Давайте Вуда выпустим. Так, только поменяем, я думаю, вот так вот. На Вуда. Сыграем в три чистых нападающих. Отняли мяч, тут же потеряли, боремся. Хороший подкат. И пас на ход. Не получается. Сборная Индии снова в атаке. Ох, как выдала на ход-то. Удары все-таки нам забивают, но это чисто наша ошибка. 1-0 все-таки Индии. Сборная Индии нам закатывает один мяч. Эх, пытался на дальнюю, не вышло.
Так, снова мы с мячом. И угловой, да? Да. Вот это шанс. Удар. Удар с лету. Ножницами. Так, опять неточный пас. То сильно, то слабо. Вот, хороший перехват. Роджерс устремляется по флангу. И все-таки теряет мяч. И чудо, вратарь вытаскивает мяч из угла на перехвате. Подача углового. Можно быстро разыграть. Вратарь далеко скидывает мяч. И вот Вуд. Свежий Вуд набирает скорость. Но защитник его догоняет. Ушел мяч, можно быстро попробовать скинуть. Не получается. Снова Индия отбивается. Так, можно подать. Получится, получается и не успевает опередить вратаря. Далеко выбивает мяч. На подхвате наши. Выцарапывают мяч. Хороший перевод налево. Удар по воротам. Вратарь блокирует. Еще один. Попадает в защитника. И все, друзья, финальный свисток, мы победили. Я думаю, что это был достойный матч, первый. И мы смогли выиграть. Так, и что? Как я понимаю, у нас сейчас идут матчи именно за сборную, следующий матч. Да, сейчас два матча сборных. Ну что ж, давайте второй матч оставим в следующую серию. С вами был Локи, друзья. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем спасибо и пока-пока.